Ювелирная мастерская «Золотник» делает специальное предложение на июнь. Ажурные обручальные кольца подешевели до 50%. Заказы выполняются по желанию клиентов с эскизов и каталогов. Стоимость изделия зависит в основном от сложности модели, сколько камней и так далее, и от времени, затраченного на его изготовление. Значит, каждое изделие у нас проходит апробацию клеймения в Государственной пробирной инспекции Министерства финансов Республики Беларусь. Александр Дуброва уже четверть века работает над изготовлением ювелирных изделий. Проходил стажировку в Израиле, участвовал в выставках. Работаем по индивидуальному желанию клиента, то есть что он хочет. Может, где-то что-то увидел, у кого-то увидел, это довольно часто бывает. Вот мне нравятся именно такие вещи, вот я именно хочу такое вот. Нет проблем. Хит заказов – коллекция лета 2020. Украшения в европейском стиле, Cartier, Bulgari и не только. Александр Дуброва воплощает в жизнь любые идеи, оговаривает их с клиентом до мельчайших деталей. На разработку модели вот такого кулона в стиле цветущий бамбук у мастера ушло 2 дня, а на само изготовление – аж 12. Ювелиры готовы подарить вторую жизнь изделию в шкатулке, отреставрируют даже бабушкино кольцо, а ремонт вернет украшению из золота или серебра первозданный вид. Наша мастерская выполнит любой ремонт по закрепке камней, под с бриллиантами, сапфирами, с изумрудами, обычные синтетические камни. Заказать украшения можно в мастерской на Карла Маркса, 47. Двери для клиентов открыты со вторника по пятницу с 10 утра до 5 вечера. В субботу с 9 до 15 часов. Подробности по телефонам на экране. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.